может чувствовать человек, когда получил высшую награду, вообще возможную, которую получить в спорт. Естественно, я была очень рада, и все, что я делала, это было не напрасно. Ну, тут я знаю, что Корея славится очень острыми блюдами. Я бы хотела, чтобы то получилось, если сходить в какой-нибудь ресторанчик. Я хочу сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку. Для меня это очень многое значит. Хорошо.